Доброго времени суток, бойцы! Шутки в сторону! Сегодня мы познакомимся с самыми сильнейшими бойцами нашей вселенной, и я надеюсь, вы готовы к этому. Хейтеры говорят, что бесконтактный бой — это ерунда и обман, но что они скажут после просмотра этого видео? Чувак насмотрелся сериала «Кобра Кай» и решил выйти на бой в полный контакт. В бою он начал применять известный стиль мистера Мияги, но вскоре был наказан за применение этого стиля. Мастер тайчи многие годы упорно тренировался, чтобы превратить себя в неуязвимого бойца с высшим уровнем энергии чи. Дабы подтвердить свою непобедимость, он вышел на поединок против самого обычного рядового боксера. Но не будем горевать и зарядимся мотивацией от этих кадров. Вот она, настоящая кузница чемпионов. Обратите внимание на данного специалиста по стилю стакана. Очень эффективный стиль для вечерних выпивох. Видно? Тяна вас правильно. О, видно, заставит работать таз. Задача. И вот, видно у меня. О. Сейчас она, опа, она видно. Оп, а оп, здесь. А мне вода интересна? Ну, пошло, опа, я тазом вытаскиваю. О, фух, а я видно, о, тогда и правильно полезет. Да. Перевернули, да? А я раз здесь могу ножки работать. Оп. Опа. Стакан интересен? А я движение, а мне стакан интересен. Видно, тазом вытащил. Вот на стакан смотрим. О, а мне стакан, 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 да? Оп, а я вот, вот. Видно. Тут что-то делать, а вам удар в затылок, да? А здесь у нас тот самый собирательный образ бати, который рассказывает о том, каким он был в молодости. Еще один сверхспециалист, который уничтожает противников с помощью дуновения бумажного веера. А вы не верили в энергию чи? А на этом видео мы наблюдаем воспитательно-профилактическую работу. Тренер по ММА проводит поединки со своими учениками.
Но давайте вернемся к вопросам самообороны. К счастью, у нас есть эксперт, который расскажет, как действовать в самых классических ситуациях. На вас могут напасть 12-литровым ведром. Смотрим, что делать. И... здесь отошли, рука как струна, не как сопля висит, а жестко. И правой рукой выбиваем ведро. После этого ребрами рук по сонной артерии. Человек спит. Ждем, вызываем милицию. Обычная стандартная ситуация. На вас могут напасть с окном. Смотрим, что нужно делать. Задерживаем окно. Разбивать, выбивать ни в коем случае. Можно порезаться. Максимально сокращаем дистанцию и вставляем переднюю подножку. Отодвигаем от себя стекло, чтобы не было больше опасности. Подходим, усыпляем. Человек спит. Вызываем полицию, ждем. В любую секунду теща, жена, пасынок, деверь могут напасть на вас с сушилкой для одежды. Поэтому, если это случается, делаем следующее. Позиция. Заходим. Обезоруживаем. Расслабляющий. Велосипед дальше не придумал. Сонная артерия. Человек засыпает. Вызываем милицию, ждем. Обычная стандартная ситуация. На вас могут напасть бетономешалкой. Останавливаем. Уходим с линии атаки. Заворачиваем. Большим пальцем надавливаем на мизинец. Создаем давление. И отбрасываем душегуба вправо. Бетономешалку отбрасываем влево, чтобы не составляло. И уже здесь излюбленное ваше солнечное сплетение. Человек уходит спать. Вызываем милицию, ждем. Обычная стандартная ситуация. На вас могут напасть со шлангом, из которого бежит вода. Обычно водой атакуют колюще. Уходим с линии атаки. Ни в коем случае просто не выбиваем шланг. Изначально делаем разножку, меняем ноги. После этого левой рукой хватаем шланг, правой выбиваем шланг. Дальше у вас есть следующее движение. Наша стандартная, любимая сонная артерия. Человек засыпает, вызываем полицию. Идем, выключаем шланг. Друзья, посмотрите другие видео на нашем канале. Также скоро выйдут новые ролики, так что подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.